В 2015 году из частей военно-морских сил Украины дезертировали 559 военнослужащих, еще 87 самовольно покинули службу с начала текущего года. Вернуть обратно удалось лишь 135 человек, при этом командование не только не искало дезертиров, но и скрывало факты побегов. Более того, в прошлом году, несмотря на предупреждение со стороны службы безопасности Украины, под предлогом семейных обстоятельств Крым посетили 155 офицеров украинского флота. По итогам проверки также выяснилось, что командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Сергей Гайдук, задержанный в марте 2014 года сотрудниками ФСБ России в здании штаба военно-морских сил Украины в Крыму, передал российским спецслужбам дела всех офицеров флота. Среди других фактов, скрытых проверкой, растрата 1,5 миллиона гривен, выделенных на модернизацию камбуза флагмана украинского флота фрегата «Гетман Сагайдачный». Сообщается, что холодильное оборудование, закупленное в этих целях, не смогли установить из-за непригодности к эксплуатации на боевых кораблях. Кроме того, 4 марта стало известно, что порядка 50 военнослужащих 10-й бригады морской авиации Украины, покинувшие Крым весной 2014 года после воссоединения полуострова с Россией, вернулись обратно. Часть из них теперь служит в российской армии. Также сообщалось, что на службу в российскую армию пришел командир фрегата «Гетман Сагайдачный». Имя офицера не называлось, но, вероятно, речь идет о капитане первого ранга Романе Пятницком, командовавшем Сагайдачным с 2009 по 2014 годы.